Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части «Командос» состоялись учебные тренировки. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. В соответствии с программой, «Командосы» выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии группой условного противника. Придерживаясь специальных требований, войска «Командос» успешно выполнили все поставленные задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на труднопроходимой местности, а также по обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.